Железная дорога для всех, а особенно для детей, это зона повышенного риска. Но зачастую именно она привлекает подростков как место для прогулок и забав. Хочется предостеречь от легкомыслия. Ребята, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают большой опасности своей жизни и здоровья. Для того, чтобы еще раз разъяснить правила безопасного поведения на железнодорожных путях и транспорте, предостеречь от беспечности, которая угрожает безопасности движения поездов и может нанести ущерб здоровью пассажиров, состоялось выездное занятие на станции Протока. Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции станции Крымская рассказала учащимся Славянской третьей школы, как нужно себя правильно вести на железной дороге и какие неприятные сюрпризы их могут здесь подстерегать. Нельзя переходить ЖД-пути не в установленных местах, нельзя подлазить под вагонами, над вагонами, забираться на крыши вагонов, на всякие конструкции, которые расположены на железной дороге. Это основные правила, которые, да, были до ребят донесены, чтобы они услышали это и поняли. Тема выездного занятия заинтересовала ребят. Они хорошо поняли, что в самом деле железная дорога не прощает не только ошибок или шалостей, но и небрежностей, которые, к сожалению, могут привести к печальным последствиям. Мы узнали много чего нового. Нам рассказали то, что нельзя переходить железную дорогу в неопределенных для перехода местах. И нам очень понравилась эта профилактическая беседа. В ходе занятия школьники задали инспектору много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. Нам эта беседа очень помогла, потому что некоторые дети залазят под вагон, на вагон, между вагонами, а это очень опасно. Ребята твердо усвоили, что даже в специально отведенном месте пересекать железнодорожные пути нужно только убедившись в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива. Кроме того, необходимо помнить, что нанесение рисунков в стиле граффити – это порча общественного транспорта. И за это, а также за другие повреждения имущества железной дороги, предусмотрена серьезная ответственность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».